Добрый день, меня зовут Мария Банахевич, я проживаю в Беларуси, я художник-любитель, я пишу картины, делаю украшения ручной работы, также я немного реставрирую мебель, могу расписать мебель. Рисовать я начала не так давно, я стала посещать студии изобразительного искусства, я посещаю выставки и участвую в выставках. Вашему вниманию хочу представить три свои работы. Две, написанные лично мной и придуманные мной, и одна, срисованная с фотографии. Спасибо за внимание. Третья картина, которую хочу вам представить, называется «Быт и другие радости жизни». Ее размер 55 сантиметров на 75. Картина написана акриловыми красками на холсте, холст на картоне. Картина символическая, где каждый играет свою роль. Мужчина играет свою роль, а женщина, соответственно, свою. Сноп же символизирует быт. Перетаскивание снопа символизирует противостояние между полами и борьбу за равенство, а также перетаскивание ответственности на другого человека. Неумение нас жить в гармонии с собой, друг с другом, в гармонии с природой, частью которой мы являемся, хоть и возвеличиваем себя над всеми. Мы живем, не замечая красоты окружающего мира, мы истощаем себя в вечной погоне за успехом и за потреблением. Ну, в принципе, и все. Спасибо вам за внимание. До свидания.